Все, спасибо. Хорошо, дня. Девушка, простите. Мне на собеседование, я опаздываю. Простите, пожалуйста, мне тут написали. Я случайно. По ноги смотри. Все, спокойно, давайте. Ноги, давай, я тут рядом живу, давайте зайдем и какую-то мою рубашку белую возьмем или что-то. Хорошо, найдем что-то. Нет. Давайте быстро. Хорошо. Разберемся. Я правда не хотел. Вот это единственное, что у меня есть, которое подойдет более-менее. Больше ничего нет. Ладно, где я могу переодеться? Там. Я правда не хотел, я просто в теле... О, выглядит неплохо. Да? Давай я так постираю. А как мне заказать? Зайдешь, возьмешь, если я не буду дома, наберешь потом. Хорошо, ладно, да. Спасибо. Все, я побежала, да. Я очень. Прости, что так вышло, я правда не. Потом с тебя кофе. Да. Все, удачи. Иду. Да. Ох, это. Слушай, что, как там? Я в таком шоке, меня не взяли на работу. Почему не взяли? Вот я не знаю, такой специалист я. Как можно было меня не взять? Да, проходи. Я попью водичку, да? Да, я пожалуйста. Я в шоке. И что мне теперь делать? Ну, я не знаю. Мне за квартиру платить на следующей неделе. Где мне деньги взять? Ну, бывают такие ситуации. Выгонят же из квартиры. Что-нибудь при... Что? Слушай, а давай я у тебя буду жить? Нет, я живу... Мне не за что платить за квартиру. Я живу не один, я живу с мамой, с бабушкой, с братьями. Ты такой просто классный, я тебя разглядела. Нет, слушай, я, конечно, все понимаю, но я никак не могу. Вот твоя рубашечка. Это в подарок. Это в подарок. Так, нет, давай я все-таки останусь у тебя. Да, я не могу, правда, типа... А что мне делать? Мне заплатили. И мама скоро вернется домой. Да. Держи твои это. Все, пока. Добрый. Третий. О! Привет! Да, привет. Ой, так рад тебя видеть. Да, привет. Я тоже рад. Слушай, я тут рядом живу. Давай я тебе рубашку твою верну. Не надо. Это же подарок. Все хорошо. Ой, ты такой добрый, такой классный. Спасибо. Слушай, мне нужно идти, так что... Куда? Ну... Мама с тобой. Не. Я так быстро так засмотрелся, и все. Я пошел. Пока. Все, пока, у меня дела. Пока. Ох, хорошо. Нет. Я не поняла. Вот да. Такие у тебя дела, да? На скамейке сидишь? Слушай, я просто хочу побыть один, честно. Одному быть плохо. Нет, неплохо. Я просто хочу... Не-не-не, я просто хочу побыть один. Так что отставит мне просто. Я хочу, чтобы вы погуляли. А я не хочу с тобой погулять. А я хочу, чтобы вы погуляли. То есть ты заставляешь, чтобы я от тебя прям убежал, что ли? Прям полным ходом? Оп, оп. Неадекватно. Отстань от меня. И вообще, что ты так резко поменяла свое мнение, а? Ты вообще злилась? Ну ты такой классный, ты смог быстро решить нашу проблему. Дай мне свою рубашку. Ты просто лучше скажи, что тебе негде жить и все. Это тоже. Ага, я так и знал. Да. Я не верю в сказки. Отстань от меня. Мне понравилось. Да, понравился. Слушай, я не знаю, что ты просто... Тебе просто не держись и все. Поэтому ты хочешь, а? Ты гуляй. Не хочу я с тобой погулять. Не надо меня узнавать лучше, поверь. Я не такой хороший. Какая же ты все-таки психопатка, я не понимаю. Отстань от меня. Чем больше я бегаю за тобой, тем больше ты мне нравишься. Чем больше ты бегаешь за мной, тем больше ты мне не нравишься, это понимаешь?
делаю. Нет, отстань от меня, все. А вообще ты должен мне кофе. Ты обещал. Ладно, если я тебе поставлю кофе, ты отстанешь от меня. Все, я тебе оставлю кофе, ты меня оставишь в покое. Пошли. Стой, тихо. Давно я так не бегал. Ты довольна? Да, спасибо большое. Не надо меня трогать, мы с тобой договорились. Ты пьешь кофе и все. Оставляешь меня в покое. Нет, мы так не договаривались. Мы договаривались, что узнаем друг друга получше. Знаешь, что кофе меня тебя угостил? На, допивай. Ариведерчи. Фу, ненормально. Договаривались. Отстань. Мы не договаривались так. Договаривались, все. Ты понимаешь, что ты мне понравился? И что? Я хочу быть с тобой. А ты мне не понравилась, понимаешь или нет? Не заставляй меня снова. Ты красивая, что ли? Все, допивай свой кофе. Пока. Фух. Вот эта ситуация. Еще из-за кофе. Все, больше кофе пить не буду. Бросай пить кофе. Что тебе надо еще? А ты знаешь? Я привыкла, что я добиваюсь того, чего я хочу. Посмотрим, как это будет. Отстань от меня. Да. О! О! Хорош. Эй, где я? Опа-на! Где я вообще? Как я тут оказался? Я тебя притащила. Отстань. Где мы вообще? Где мы? Я дома. Ты же не захотел, чтобы я жила у тебя? Ну да. Здесь вместе, и ты будешь платить квартиру. Я буду платить квартиру? Да, ты же не против. Не, ты же я мужчина, против. Ты и что? Отстань на свои руки. Отстань от меня, ничего я не буду. Ничего я не буду платить. Если бы тут была тень, я бы кайфанул. Я с тобой погуляю. Не надо меня узнавать. Лучше поверь, я не такой хороший. Стой, настрой, как видно. Вот. Солнце ударило Чулпана по башке. Настя, я давно тебе хочу сказать, но на самом деле я Бэтмен. Ты, Бэтмен. Ой, колено. Вырубай. Пацаны, спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш YouTube канал. Мы вас любим, целуем, обнимаем. И до новых встреч. Мы старались, жара 40+, я утром был белым, отвечаю, сейчас я уже черный. Все, пацаны, обняли.